Волгоградской области по горячим следам удалось задержать водителя, который сбил 6 человек. 2 взрослых и 4 детей, все школьного возраста, находились на обочине, когда в их сторону с проезжей части неслась машина. К счастью, все они остались живы, но были госпитализированы. Автомобилист с места скрылся. Когда его поймали, стала понятна причина побега. Задержанный 35-летний местный житель. Уже установлено, что накануне в компании своих знакомых он праздновал день рождения друга и изрядно пьяным вновь сел за руль. В настоящее время в больнице остаются 3 пострадавших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Известно, что этот же мужчина 4 года назад уже был лишен водительского удостоверения за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а потом попадался еще и за езду без прав.